Национальная компания «Казахстан Гараж Сапара» совместно с французской компанией «Airbus» построит сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов. Об этом в службе центральных коммуникаций рассказал министр по инвестициям и развитию Асет Исекешев. Проект, по словам министра, позволит создать собственные высокотехнологические предприятия, способные осуществлять полный цикл работ по производству космических аппаратов, таких как телекоммуникационные спутники, спутники дистанционного зондирования Земли, научно-технологические спутники и другие. Также Асет Исекешев надеется, что новый комплекс обеспечит Казахстану выход на мировой рынок производителей космических аппаратов. Космос – это будущее. Поэтому у нас волею судьбы как бы есть сейчас, скажем так, задатки космической отрасли. И уже очень серьезную работу Казкосмос провел. У нас группировка спутников существует. У нас 4 спутника дистанционного зондирования и для телекоммуникаций. У нас строится с Airbus центр по проектированию и сборке спутников. У нас есть институты, есть наука.